Друзья, приветствую всех на своем YouTube-канале. Как всегда, хочу поблагодарить всех за просмотры, лайки, подписки и комментарии. Спасибо, что вы со мной. Для меня это очень важно и очень приятно. Друзья, сегодня будет такой обзорный влог. Я приехал в недавно открывшийся дискаунтер «Грошек». Если кто помнит, то на проспекте Независимости, в районе здания Мазакэ, раньше располагался большой универсам европейский. Так вот, его закрыли, и на его месте открыли дискаунтер «Грошек». И я думаю, что будет интересно сходить, посмотреть, что там есть, и сделать такой подробный обзор, как вы любите, с ценами, с ассортиментом. Поэтому идем с вами в этот дискаунтер. Давайте покажу вам расположение. Вот здание Мазакэ. И вот уже сам дискаунтер, мега-дискаунтер «Грошек». Как видите, есть парковочка рядышком. Забыл сказать, что сегодня 3 июля, и поэтому цены будут действительно так же, как и ассортимент, на 3 июля. Входим. Ну что, давайте смотреть, что тут есть. Берем корзинку. Thank you.
Друзья, вот такой вот получился обзор. Старался максимально медленно снимать для вас обзор товаров вместе с ценами. Поэтому, если вам понравилось это видео, поддержите меня, пожалуйста, лайком, напишите комментарий. Вы же знаете, я всегда с вами на связи, на одной волне и пытаюсь на все отвечать. Поэтому благодарю вас еще раз за просмотр, а мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока!